Всем привет, ребята! Вы на канале Джелли Кэт. Давно не было видео, и простите за это. И вот я решила снять для вас наконец-то видео. Это видео будет, наверное, просто какой-то топ, болталка и что-то из этого. Это я хочу в этом видео рассказать о своих самых полюбившихся ЛПС за некоторое время. Ведь ЛПС я начал увлекаться значительно недавно. Но даже за такое короткое время у меня появились фавориты, а точнее любимчики. Давайте уже начнем. Но перед тем, как я расскажу о своих любимых пэтов, подпишитесь на мой канал, поставьте свои лайки, ведь это не сложно, а мне будет очень приятно. Ну, приступим. Хочу начать со стоячки. У меня нет еще стоячки, но у меня появилась любимая стоячка, которую бы я в скором времени, хотя может быть и не скором, но вообще я бы хотела ее заказать. Это стоячка сиамец с желтым пятнышком на мордочке. Это обычная стоячка, она светленькая, а вот на мордочке у нее желтое пятнышко. И я очень хочу такую стоячку себе. Ну, перейдем не к стоячкам, а к другим пэтам. Следующий пэт, который мне успел очень понравиться, это собака ЛПС Корги. Корги мне очень нравятся, они очень миловидные. Их ушки такие стоячие, они просто прекрасные. Я тоже очень хочу себе Корги, и возможно он у меня появится. Не знаю, правда, когда, но у меня уже есть уже есть возможность приобрести корги. Я даже знаю, где мне его взять. Это, возможно, будет либо рыжий корги, либо коричневый. Там еще серые были. Вот, в общем, я очень хочу корги, и я обязательно его приобрету. Следующий пэт, который мне очень нравится, это хорек. Я знаю много хорьков ЛПС, например, с блестящей головой и всякими другими интересными. В интернете я очень много видела хорьков, но они мне очень нравятся, они очень миловидные. И помимо того, что мне вообще нравятся пэты-грызуны, но хорьки мне нравятся больше всего. И напоследок мой, ну, менее, может быть, любимый пэт, но все равно я его очень люблю, и он у меня есть. Это вот такая вот сенбернарчик. Вот такой вот сенбернарчик прикольный. Это у меня девочка. Вы, наверное, заметили, что вот у нее здесь цветочек. Это я придумала купить такие аксессуары. Они продаются в магазине рукоделия. И тут вот проволока такая, которая может закрутиться и будет как украшение для пэта. На самом деле это очень красиво выглядит. И мне на самом деле очень нравятся аксессуары вот такие вот. А пэт сенбернар мне тоже очень нравится. И я бы хотела себе приобрести еще такого пэта. Ну, на этом все. Я пока что еще не придумала любимых пэтов. Возможно, они еще появятся. На тех, которых я назвала, я надеюсь, что когда-нибудь я их приобрету себе. Напишите в комментариях ваши любимые пэты. А еще напишите, кто есть у вас. И вообще есть. А еще я очень хочу себе пэта из новой коллекции. Но пока что я не могу его приобрести. Потому что у той девочки ВКонтакте, которая продает старых пэтов, у нее их нету. Поэтому я беру пока что только старых. Но я думаю, что это тоже очень хорошо. Мне бы хотя бы купить несколько старых, очень классных. Я попробую оставить ссылку на ВКонтакте, где группа с продажей пэтов. Это очень хорошая группа. Ладно, я уже отошла от темы. И я рассказала о всех пэтах. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Я вас всех очень-очень люблю. Всем пока!